В кадре ножи от компании Becker Plus, это нож под названием Atlas, где brass — это обозначение рукояти из латуни, и copper — соответственно медь. Интересные нестандартные коробки, смотрится достаточно просто, ну и без того ножи недорогие. Первая модель в, соответственно, латунном корпусе. Ну, цвет латуни всем известный. Желтый. Клипса. Довольно-таки интересная. Сейчас мы попозже покажем, как она сидит на кармане. Вот. А что касается извлечения из корпуса, здесь у нас подпальцевая выемка. Как видите, обработка клинка в полировке. Практически зеркало. Вот. Что касается на обороте, видим маркировку стали 12C27 Sandvik. Это железка шведского происхождения. Неплохой у ножа шарнир, на котором все это вот ходит. Замок slip joint. Видим, как приподнимается вот эта задняя часть. И фиксирует, соответственно, в разложенном и в сложенном положении. Темлячное отверстие. Нож полностью из металла. Есть у него что-то дополнительное по надежности. В принципе, не сильно малых размеров, как EDC-шник, вполне неплох. Удобен хвату. Не сказать, что рукоять из металла суперудобная, но при этом для своих размеров вполне. Дроп-поинт, прямые спуски. Сталь практичная, маркировка Becker Plus. И давайте про следующую модель. Кстати, обратите внимание, что вот латунный корпус, он придает определенную винтажность. Со временем, конечно, с использованием ножа будет еще больше обретать какой-то индивидуальный вид. Но вот если мы говорим про вторую модель, здесь это еще более выражено, поскольку медный корпус, он больше подвергается, как говорится, контакту с окружающей средой, с руками и во время использования. Именно поэтому так аккуратно держу. Винтажность здесь будет более выражена, и, конечно же, эта рукоять со временем будет еще более темная. По клину все аналогично предыдущей модели 12C27 Sandvik. Полировка, ногтевой зацеп по изъятию и по механизму все то же самое. Как и обещал, давайте посмотрим, как нож сидит на кармане. У нас есть привычные штаны. Достаточно надежно. Не сказать, что он прям врезается намертво, но при этом вот этот щелчок характерный для надежные клипсы присутствуют. Что касается замеров, мы, конечно же, дадим их по ссылке, они будут в карточке, ну а сведения, конечно же, померим. Вот сведен он где-то в 0,4 мм, что для такого EDC-шника вполне неплохо. Нож Atlas в латунном и медном корпусе. Becker Plus, новинка 2021 года. До свидания.